Да. Сейчас я буду делать макияж и прическу. Так, там даже ресницы даются красить. Уже красим на фотосессии. Могу, конечно, да, сброшу, у меня есть фотография.
понятно, не все сразу. Я сама. Кристина. Да, ну да, из двух имен получается. Сейчас, как всякие, Анна Мария, много. Так, оказывается, тоже. Эванжелина Смис. Прическа у тебя крутая. И, наверное, знаете, нижние, может быть, залачить, пока они не распустились? Нет, да? Сейчас, кстати, я их вижу. Я сейчас, ага. Я просто так не вижу. Покажу, как мне надо. Ага. Потому что так я пока не вижу. А то она, чтобы... Анжелиш, ручками не дергай косички, да? А то они у тебя будут некрасивые. Поэтому ручками туда ничего не лазит. А их, может быть, а тоненькую, да, хотите оставить? Потому что так красиво смотрится. Угу. Поэтому очень красиво, Анжелина, вообще здорово. Твой любимый цвет. Это кто? Нет, она играет. Вообще супер просто. Зеленая с розовым. Знаешь, как красиво? Больше, больше. Ой, сейчас хорошо смеешься, как. Вот и смейся, когда перешь кило. Да. Да, прям так. Вот как ты сейчас смеялась, очень хорошо было. И хихикали. У тебя бирка торчит. Ничего страшного, она не крепилась. Я просто, я поняла, да. Ну да, смейся. Cool.
Да, вот так. Да, можно так, да, как. Ой-ой-ой. Да. Естественно, делай, улыбайся, что хочешь, ручка. Только ты не лицо не закрывай. Ки-ки-ки-ки-ки. И смотри, посмотри на перышко наверх, посмотри на перышко, посмотри наверх, вот. На одно, на другое. Что ты? Я не буду. Поиграй, естественно, с ручками, с перышками. Посмейся, да, с перышками. Естественно, Анжелиш. Я пугаю. Анжелин. Нет, так не так плохо. Надо поиграться. На перышки. Смотри, смотри на перышки, как они падают. Падают, как смотри. Какая птичка хорошая, на нее, да, как на живую, смотри. Да, вот так, хорошо. Анжелиша, будьте здоровы. Она отошла, да, далеко от этих, от зелени? Не на фоне стены. Главное, чтобы у нас птица смотрела, ну, вот так вот. Может, ее поглубже в зелень поставить, потому что она там на фоне цвета. Вот так хорошо. Анжелина! Смотри. Ой, а ты знаешь, что она говорить умеет, Анжелин? То есть она разговаривает. Она говорит. Я сейчас тебя поцелую. Какая птичка красивая. Эта птичка, знаешь, как называется? Сокол. Ой, как красиво, Анжелина. Какая красивая птичка. Поцелуй. А, кстати, очень интересно. А теперь ручками работай как-то, да. Давай вот так кудряшку. Да, кудряшку держишь. Потрогай. Вот так. Анжеля, одну ручку так, а другую за кудряшку. Вот так. Нет, вот так, за щечку возьми. Да, вот так.
Ну, ты же видел, как девочка делала, да? По-разному делает. А лишь по-разному ручки. Раз, два, как ты... Как вас учили? Да, ручки. Вот так, хорошо. Вот так вот возьми ручки. Да. Ага, хорошо. This was a town.